Теремок ТВ представляет. Отряд А. Правила безопасности для маленьких. А? Это Дэш! Вперед! А? Вперед! Эй, Дэш, не катайся по магазину, врежешься во что-нибудь. Видишь, я ни во что не врежусь. Я профессионал. Мой замок из кубиков. Прости, Мамбо, это несчастный случай. Не злись на него, Мамбо. Дэш не хотел этого. Все дело в инерции. В инерции? Инерция – это свойство объекта сохранять состояние покоя или движения. Объект будет продолжать движение, пока на него не подействует внешняя сила. У Дэша не было препятствий, и он не мог остановиться. Вот почему мне тяжело вставать по утрам. Оказывается, кровать сохраняет мое тело в состоянии покоя. Это лень. Докладываю. Видимость отличная. Сегодня ясный и солнечный день для полета. Папа, скоро магазин игрушек? Я знаю, как сильно ты хочешь модель самолета, но прошу тебя, осторожнее. В машине играть опасно. Нет! На нас напала большая страшная птица. Мы должны отступить. О, нет! Самолетик попал в неприятности! Ему нужна помощь! Бета, осторожно! Мои апельсины! Бета, ты в порядке? Ничего, только головой ударился. Мои апельсинчики! Ничего, Майкл, я помогу их собрать. О, нет! Я должен доставить эти апельсины сегодня днем! Что же мне делать? Идея! Давайте вызовем отряд А! А? Кому-то нужна помощь! Активировать А-чип! Отряд А, собираемся! Йоу-йоу-йоу!
Отряд А в сборе. Мы получили звонок от Беты. Давайте узнаем, что с ним случилось. Бета и его папа Брайан попали в аварию. Они врезались в корзины с апельсинами, которые нам нужно собрать. У вас есть задание, отряд А. Вперед! Отлично, Оливер. Дэш, ты самый быстрый. Ты поможешь мне собрать апельсины. Дэш спешит на помощь! Мамбо, понадобится командор М, чтобы расчистить место аварии. Можете на меня рассчитывать. Отряд А. Вперед! Подготовить А-мобили! Джамбо! Командор Д! Командор М! Вперед! Отряд А, нам нужна помощь. Не волнуйтесь, я здесь. Дэш, мы соберем апельсины на холме. Мамбо, собери апельсины вдоль этой дороги. Есть! Ой, извини. Вот так, мы почти закончили. Как насчет тех апельсинов на другом берегу реки? О, да уж, здесь нет моста. Как нам их достать? Придумал! Дэш, мне кажется, это плохая идея. Шоу начинается! Дэш, остановись! Я не могу! Вы в порядке? Да, просто несчастный случай. Сильно ударился, а? Апельсины перелетают по склону. Склону? Инерция. Инерция? Двигаясь вперед, ты можешь перелететь на другую сторону за счет инерции. Я покорю эту гору. Дэш, Дэш, вперед! Вперед! Ого! Отлично сработано! Большое вам спасибо. Теперь я смогу доставить их клиенту вовремя. Прости, что я опрокинул твои корзины с апельсинами. Мы попали в аварию из-за меня. Я играл на заднем сиденье и хотел открыть дверь. Бета, как умный маленький пассажир, ты должен сидеть спокойно во время движения и не пытаться открыть дверь. Иначе тебя может выбросить из-за инерции, как те апельсины, которые катились по склону. Простите. А дети до 12 лет должны сидеть в специальных безопасных креслах. Вот, у нас есть кресло, но Бета отказывается в нем сидеть. В нем неудобно и скучно. И я не могу играть со своим самолетиком в этом кресле. Самолетик? У меня идея. Можно открывать? Да. Вау!
Вот это да! Как круто! Отряд А, спасибо! Так здорово! Наш самолет модифицирован! Вперед на полной скорости! Мы приземляемся! Снизить скорость! Молодец, Бета! Конечно, я ведь самый-самый лучший пилот в мире! Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно! Хорошие маленькие пассажиры сидят тихо и смирно во время движения автомобиля. Никогда не высовывайте голову из окна, даже ваш нос. Ни за что не открывайте двери. Дети до 12 лет должны сидеть в специальных креслах. Пристегивайте ремни безопасности. Не забывайте об этих правилах. И до новых встреч! Отряд А! Всегда вам поможем! Отряд А. Пение под крышей. Яу-яу-яу! Что это? Колонка дедушки Оливера. Она сломалась, и я ее проверяю. Нет ничего лучше, чем провести время с чашкой чая и книгой. Как вкусно пахнет. Что это? Кто хочет попробовать мои рыбные пирожки? Рыбные пирожки я хочу. А как же книга, уже не хочешь? Вкуснятина. Нет ничего лучше на свете, чем поесть рыбные пирожки и вздремнуть. Оливер, твои рыбные пирожки просто объедение. У тебя какой-то тайный рецепт? Конечно! Секрет в том, что... Эдзо! Можешь выключить музыку? Простите. Пожалуйста, продолжай. Я говорил, что секрет в том... Здесь слишком шумно. Бадди, ты стал приходить слишком рано. Ха-ха, у тебя какой-то большой проект? Доброе утро, мистер Ли. Нет никакого проекта. Ребята, можете разойтись подальше. У нас новый динамик в детском саду. Теперь вы можете слышать музыку с любого расстояния. Ну что ж, начнем разминку. Включаем музыку. Отлично, повторяем за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. О, что такое? Мы только вчера его установили, и он уже сломался? Давайте вернемся в класс. Хорошо. Что? Ой, я вас ничего не слышу! Что мне делать? Это из-за громкой музыки? Вы даже свисток не слышите. Шеф Лин принес куриные ножки по одной на каждого. Скорее, побежали! Правда? Бежим! Они никак не реагируют. Они правда меня не слышат. Ой, мы глухие! Мы что, теперь глухие? Ребята, не плачьте. Я вызову отряд А. Кто-то нас вызывает. Активировать А-чип. Отряд А, собираемся. Тимми, можешь проверить их уши и оказать им помощь. Тимми поможет, не волнуйся.
пригласишь меня? Что? Ты приглашаешь меня на ужин? Все ясно. Это потеря слуха, вызванная шумом. Ребята слышали сегодня что-то очень громкое? Да, сломался наш новый динамик. Из него звучала очень громкая музыка. Любой шум выше 90 дБ, вроде шума от двигателя мотоцикла, может повредить улитку уха и вызвать потерю слуха. К счастью, дети были далеко от динамика. Помните, не подходите близко к источнику громких звуков. Что? Чем больше куриной ножки, тем лучше! Возвращайтесь в класс и отдохните. Скоро ваш слух вернется. Дэш, возьми Командор Дэй и пожарную машину и почини динамик. Дэш спешит на помощь! Странно. Похоже, кто-то специально сломал динамик. Его установили вчера вечером. Значит, его сломали сегодня утром. Кажется, я помню, что здесь был только Бадди. Нет, я этого не делал. Я всего лишь... Заза, Лили, идите, я вас покормлю. Месяц назад птички свили здесь гнездо, и я стал приносить им червячков. О, прости, я в тебе ошибался. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Эй, малыши, не надо клевать мое прекрасное лицо! Нет! И мою прекрасную шею тоже! Не надо! Не надо! Нет! У меня слишком длинная шея! Я не достаю до ушей! Как громко! Помогите! Я сейчас. О, да! Я понял. Звук из динамика слишком громкий. Он сильно вредит ласточкам. Вот они и стали клевать динамик. Получается, это они его испортили? Прости, Заза. Я не смог тебя защитить. Это я виноват. Я даже подумать не мог, что динамик может так навредить ласточкам. Давайте я подыщу для них новый дом. Поищем все вместе! Это самое далекое от динамика дерево. Но моя лестница не достает до его высоких веток. Лео, соедини Командор Д и Джамбо. Хорошо. Джамбо! Командор Д! Трансформация! Как раз вовремя. Скворечник готов! Ух ты, какой красивый! Здесь громкий звук им не помешает. Но как нам переселить их в новый дом? Есть идея. Теперь я не буду видеться с вами так часто, как раньше. Но, надеюсь, здесь вы будете счастливы. По-моему, что-то не так. Ласточки возвращаются в старое гнездо. Они предпочитают жить в своем старом доме. Значит, наш скворечник недостаточно удобный для них? Согласно книге, ласточки любят вить гнезда под крышами, где они защищены от ветра и дождя. Думаю, здесь они чувствуют себя в безопасности.
поможет. Нам надо что-то изменить. Ну, конечно, колонка дедушки Оливера. Колонка? Приготовились. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два. Благодаря вашей помощи ласточки снова вернулись к нормальной жизни. Всегда готов ты прийти, друзья. Красивая песня. Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно. Слушая музыку на слишком большой громкости, вы можете повредить свой слух. Мои руки недостаточно длинные. Не подходите близко к источникам громкого звука, чтобы защитить свои уши. Если у вас нарушился слух, сразу же позовите на помощь взрослых. Помните, громкий шум может причинить вред окружающей среде и живым существам. Всегда помните о правилах безопасности. До встречи в следующий раз. Ответ-ла всегда вам поможет! Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Когда все непросто, прошу, не бойся, ведь я буду рядом. Отныне всегда мы будем вдвоем. Когда тебе грустно,